Водная гладь, мраморные скалы и устремляющаяся к небу нежная мелодия. Таким необычным выступлением открылся музыкальный фестиваль в горном парке Рускеала в Карелии. Произведения эпохи классицизма и барокко исполнили солисты Карельского государственного филармонического оркестра. В этот раз им пришлось сменить сцену на плавучий плот и приспосабливаться к погодным условиям. Немножко непривычно, скажем так. Влажность, ветер, сырость. Но акустика была хорошая. Это не сложно, это просто акустически по-другому. Слышится по-другому со стороны музыка твоя. И звучит инструмент по-другому тоже. Глуше немножечко. Поэтому нужно привыкать. И все же музыканты новым опытом довольны. Игралось, в принципе, неплохо. Это совершенно не страшно. Вот. Это достаточно удобно, комфортно. Да, ну, ветер немножко, конечно, делает минусы ветер. Все-таки надо закреплять ноты. Вот. Надо быть более сконцентрированным, более внимательным. Но играть было хорошо. И никакая качка, ни развороты, ничего не мешает. Музыкальный фестиваль в бывшем мраморном карьере проходит второй год подряд. В этот раз он стал международным. На сцене под открытым небом выступили российские, китайские, аргентинские и французские исполнители. Посетили фестиваль 6 тысяч зрителей.